Учрежденные Организации Объединенных Наций по всему миру стартуют 16 дней активных, где весь мир подхватил эту акцию. Эта акция направлена на привлечение внимания к проблеме населения в отношении женщин. Растет число случаев домашнего насилия в отношении женщин и детей. Общественники обеспокоены тем, что данная проблема может стать нормой. Поэтому помимо правовой и психологической помощи женщинам, необходимо формировать общественное сознание. По данным административного суда города Кокшетау, по бытовому насилию в 2019 году поступил 171 материал. Из них 18 человек были оштрафованы, арестовано 20 человек. 71% завершен примирительной процедурой. На 2020 год поступило 264 материала. Из них 13 человек были оштрафованы, арестовано 57 человек. Примирительная процедура составила 60%. За последние 11 месяцев в Кокшетауский городской суд подано 1746 заявлений о расторжении брака. 439 пар развелись. В прошлом году в Кокшетау создано 637 семей. Активисты подчеркнули необходимость рассмотрения способов предотвращения семейных разногласий и внесения поправок в законодательство в этой сфере, чтобы регламентировать такие щепетильные вопросы. Айгерим Сулейменова, Айсауля Сиезбек, Дархан Мужибаев, Кукче Акпарат.